Я приветствую наших зрителей. Вести утро Карачаево-Черкесия продолжает вещание. Материнский капитал на социальную адаптацию и реабилитацию детей с инвалидностью направил 683 семьи России. Об этом сообщают в социальном фонде республики. Важно, чтобы приобретаемые товары соответствовали программе реабилитации, выданной по результатам медико-социальной экспертизы. Распорядиться средствами можно в любое время и на любого ребенка, независимо, за кого из детей получен сертификат. Чтобы оплатить товары и услуги, родителям нужно обратиться в медицинскую организацию, заполнить направление на медико-социальную экспертизу. Важно сохранить платежные документы, подтверждающие оплату. Впоследствии их нужно будет предъявить в социальный фонд. Около года назад в России вступили в силу поправки к федеральному закону об основах туристской деятельности. А уже ближайшим летом все экскурсоводы будут обязаны иметь аттестат для возможности предоставления своих услуг. О том, как это должно быть реализовано на практике, выяснял корреспондент Артур Мхце. По данным регионального Минтуризма, в настоящее время в Карачаево-Черкесии нет ни одного экскурсовода, который прошел бы аттестацию, позволяющую предоставлять клиентам свои услуги. Но если до сих пор лицензирование являлось добровольным, то с 1 июля нынешнего года станет обязательной процедурой. Вступает в силу норма, согласно которым экскурсоводы обязаны проходить аттестацию и подтверждать свою квалификацию каждые 5 лет. Получить аттестат экскурсовод или гид-переводчик может после сдачи квалификационного экзамена, который будет проходить в 2 этапа – тестирование и практическое задание. Тут следует отметить, что соискатели, которые имеют стаж работы в качестве экскурсовода более 3 лет, допускаются к выполнению практического задания без прохождения тестирования. Как отметили в региональном ведомстве, мероприятия по аттестации гидов помогут создать прозрачный и контролируемый рынок оказания экскурсионных услуг, что позволит формировать позитивный имидж Карачаево-Черкесии. Обучение специалистов возможно на базе высшего или среднеспециального учебного заведения. В республике такие есть. Подача производится посредством государственного портала госуслуги. Аттестация будет проходить специально созданной аттестационной комиссией на базе Министерства туризма и курортов КЧР. Вся необходимая информация по подаче заявления, по механизму получения аттестатов, она размещена на официальном сайте Министерства туризма, с которой соискатели могут ознакомиться в прямом доступе. Обязательства по осуществлению государственного муниципального контроля за деятельностью экскурсоводов будут возложены на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Артур Мхце, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Самые талантливые дети со всех уголков республики приняли участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля конкурса Управления Федеральной службы судебных приставов «Хрустальные звездочки». Они продемонстрировали свои способности в игре на различных музыкальных инструментах, в вокале и хореографии. Основная цель конкурса – создание условий для выявления и развития творческих способностей юных музыкантов, укрепление основ духовно-нравственного единства общества, патриотического воспитания подрастающего поколения на всем пространстве нашей страны. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести» на черкесском языке. Я с вами прощаюсь, желаю всем везения. В заключение расскажу, какая будет погода. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В горах порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. В горах минус 2, плюс 3. Днем плюс 24, плюс 29. И местами плюс 14, плюс 19 градусов. В Черкесске без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 27, плюс 29 градусов.